Good morning, dear students. Today our new theme about famous scientists. Доброе утро, ученики 10 класса. Сегодняшняя наша тема о известных ученых, famous scientists. Теперь давайте посмотрим на картинку. Я пришлю вам ссылку. Вы должны пройти по ссылке и по несколько раз должны просмотреть видео. Здесь текста нету. It's listening lesson. Урок на развитие навыков слушания. Здесь нам даны 5 ученых. Вы должны прослушать видео по несколько раз и выполнить первое и второе задание. Сейчас я его вам объясню. Николас Коперникас, Альберт Эйнштейн, Кайша Атаканова, Мэри Кюри, Тим Бернс Ли. Вот эти 5 ученых нам даны. Вы должны прослушать видео по несколько раз и изучить, что они изучали, что они изучали и какие они, в каких отраслях они, почему они стали известны и в каких отраслях они известны. Теперь первое задание. Если посмотрите на задание, нам даны словарные слова. Invented, founded, developed, argued, discovered. Здесь первое, и нам даны 5 предложений. Если вы прослушаете видео по несколько раз, уже готовые ответы даны на видео. Вам всего лишь надо вставить правильные слова, вот эти 5 слов на предложение. Вы должны дополнить предложение. А второе упражнение. А также, вот смотрите, если вы выполняете первое упражнение, тогда мы находим по буквам, да, кто что изучил и чем занимался. К примеру, смотрите. Developed the theory of relativity. Он открыл теорию развития, да? Здесь первое. Это у нас будет Альберт Эйнштейн, да, Альберт Эйнштейн, оказывается, если по тексту послушаете, вы узнаете. The World Wide Web. Мировой веб-сайт, да, Wide Web. Кто же изучил, послушав по видео, можно узнать. А также второе упражнение. Which famous scientist is related to? Physics, astronomy, biology, computer science, chemistry. Мы должны с вами определить, кем были эти ученые. Николас Коперникас, Альберт Эйнштейн, Кайша Атаканова, Мэри Кюри, Тим Бернс Ли. И пишите, да, вот к примеру, вот так. Пишите, вставляйте слова, прослушивайте видео по несколько раз и находите слова. Затем второе упражнение. Вы должны по нумерации, вот по картинке, если A, Николас Коперникас, он был астрономом, да, он изучал астрономию. Также вы должны написать, какую отрасль они изучали. Это все мы проходим, изучив только видео. Проходите по ссылке и
прослушиваете видео и выполняете. Задание выполняйте до 7 часов вечера и отправляйте мне. Заводите тетрадку не в клетку, а в линейку. Если у вас есть какие-то незнакомые слова, можете выписать их, используя англо-русский словарь и записать себе в тетрадку. The lesson is over. I hope that you understand. And if you have some questions, you could ask me. Если у вас есть вопросы, вы можете у меня спросить. Goodbye. Выполняем первое и второе упражнение.